памяти председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова, кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности революционера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед в полной победе коммунистической революции.